Так, привет, друзья. Вася, здорово. Скажи мне, меня слышно? Вася, стена говорит с тобой. Меня слышно? Да, хорошо, я учту это, я сделаю этот стык. Вася. Видите, я специально надел наушники, чтобы мне собеседника слышать хорошо, но мне надо проверить связь перед тем, как мы начнем. Друзья, скажите мне, пожалуйста, слышно меня или нет? Так. А вот так меня слышно? Ага, понял. Значит, вот эти наушники не подойдут. Будем, значит, по старинке, без микрофона. Классно шевелю ушами. Вась, меня слышно сейчас? Скажи мне, пожалуйста. Да, всем машу. Проверка связи. Скажите мне, как слышно? Прием. Друзья мои, я вижу, вы подсоединяетесь. Мне нужна реакция. Скажите мне, пожалуйста, меня слышно? Это же прямой эфир. Мы тут должны разговаривать, не просто вот так вот шевелить губами. Ага, хорошо. Мне главное, чтобы меня было слышно. Да, спасибо, Вась. Чтобы меня было слышно и чтобы я слышал собеседника, это тоже суть важно. Хотел микрофон использовать, но вот, видимо, не судьба. Значит, сейчас я объясню, что будет. Мы с Натальей Колгановой, с актрисой Волгоградского молодежного театра, проведем антиинтервью. Это такой новый термин, вообще ничего не значит абсолютно. Я не знал, как это назвать. Значит, интервью это когда вот сидит интервьюер и, в общем, задает вопросы своему собеседнику. Он его специально пригласил. У нас немножко другая ситуация. Да, у нас немножко другая ситуация в том плане, что я буду задавать вопросы Наталье, она мне, соответственно, будет тоже задавать вопросы. И в этом смысле у нее столько же ровно прав, сколько и у меня. Поэтому это и называется антиинтервью. Это для меня совершенно диковинка. Суть была в том, что у нас есть подготовленные вопросы, мы их друг другу не показывали, их совсем чуть-чуть, а там, как кривая выведет, я не знаю, куда мы Машу новоприбывшим, куда мы придем. Поэтому я сейчас приглашаю Наталью и, в общем, будь что будет. Приглашение, мы ее ждем. Надо бы ей. А, вот Наталья. Наталья, привет. Всем привет. О, я Привет тебя всем. слышу. Хорошо, да, потому что я тут начал с каких-то наушников. Ну, в общем, я буду по старинке так, без всяких средств связи. Так, мы будем бросать монетку, кто будет первый, или я начну? Может, я начну? Я ожидала, что ты мне уступишь. Без проблем вообще. Я просто Но спросил. я Да, хочу тебе круто. задать Я сразу весь внимание, давай. вопрос, который интересует сейчас всех и каждого. Но меня точно. Когда закончится карантин? Это вопрос ко мне как фотографу или Как фотограф, это вопрос в области, да, интуиции? как Значит, гражданин? я слежу за этой ситуацией, потому что от того, когда закончится карантин, напрямую зависит мой бизнес, потому что у меня бизнес заточен на IT-технологии, мы занимаемся развитием бизнеса в интернете, помогаем бизнесу развиваться в интернете. Я понимаю, что мы сейчас на подъеме, но этот карантин всех заставил сидеть дома и вот так вот держаться за деньги. Поэтому для меня это чрезвычайно важно. Я вижу чуть ли не ежедневно интервью самых разных спикеров, самых разных влиятельных людей, начиная там, извините, господи, Чичваркиной, заканчивая Мовчаном. Они все говорят очень по-разному и предлагают три варианта. У них обычно есть пессимистичный, какой-то средний вариант и оптимистичный. Оптимистичный мы выйдем в мае и снова все переболеем. Значит, средний вариант это до сентября. До сентября вот в таком положении, как мы сейчас сидим, это вот самый такой вот жизнеспособный вариант, когда мы
вроде как занимаемся делами, бизнесом, работаем на удаленке, кого не уволили, но карантин держится, потому что в России немножко запаздывает с этой пандемией, мы смотрим, что в Москве творится. А пессимистично, что это надо? Ну, то есть вот совсем плохо, если мы будем год в каком-то непонятном режиме, когда нас тут полицейские гоняют и штрафуют, мы выскакиваем на улицу только за продуктами, пытаемся как-то связываться с родными и близкими, и, в общем, в таком режиме превращаемся в домашних овощей. Вот я не знаю, во что верить. Мне хочется верить в май. Я с надеждой уже смотрю даже на сентябрь, хотя мне, честно говоря, уже осточертело и дома сидеть. Я признаюсь честно, я не сижу вот так прям безвылазно, у меня есть дела, я нарушаю карантин, то есть постоянно какие-то, то деду помочь, то бабушке, у меня на мне там, в общем, есть какие-то обязательства по отношению к родным, которые пожилого возраста, им вообще выходить нельзя. У меня есть дача, вот я вот только что с дачи, я там баня, я люблю баню. И погулять с ребенком мне получается в таком лесу возле дачи. Потому что если бы не эта лазейка, я бы, наверное, тут с ним с ума сошел, а он бы со мной сошел, я имею в виду ребенка. Так, конечно, мы работаем в режиме хоум-офиса, мне это не впервые, я так работаю с 2010 года, опыт уже есть, но я все-таки выходил из дома, я совершенно не домашний человек, велосипед, спорт, какой-то футбол, фотография, все это как-то вот подразумевало, что я постоянно на улице практически. То есть я, Наталья, с тобой здесь в одной лодке, я тоже хочу выйти. Конкретно сказать не могу. Но я придерживаюсь вот этих вот данных. Больше, собственно, мне сказать нечего. Я тоже придерживаюсь. Пользуюсь как бы случаем, это я прошу не засчитать за мой вопрос. Как ты думаешь, когда мы сможем выйти на улицу? Слушай, я надеюсь тоже на май, потому что я потолстела на 2 килограмма, сидя на карантине. Вот, для актрисы это очень важно. Вот, ее вес и все такое. Вот. И я надеюсь на май, но прогнозы все-таки говорят, что это будет до сентября. Все. Уже пошел от меня экспромт, такая реклама. Ты занимаешься какими-то вот онлайн этими гимнастиками? Я занимаюсь. У меня есть личный тренер, я больше скажу. Вот. Но как-то все равно это не помогает, потому что привык в другом ритме существовать вообще в этой профессии. Да, по улице, конечно, не хватает. Я еще, по-моему, начал зажирать стресс. То есть зажирать карантин. Это не значит, что он нам не сказал, что спорта еще стало больше, но я просто чувствую, что я стал больше есть. Я просто даже по чеку из магазина. Ну вот. Значит, минутка рекламы. Я знаю классные онлайн-курсы. Я просто сам по ним занимаюсь. Это World Class Clubs. Я потом могу, кому интересно, напишите в личку, скинуть прямую ссылку. У них офигительные прямые эфиры. Просто каждый час идет что-то новое. Это стретч, это ламбада, это там какие-то тайбоксы, там это, в общем, флекс. Вообще все на свете, даже две тренировки для детей чистые. Йога и ноги, спина, там, в общем, можно даже каких-то своих дочерей, сыновей гонять по этим курсам, тоже очень полезно. Ребята прям заморачиваются, классные тренеры, классные прямые эфиры, в общем, это прям прямая реклама, мне они нравятся, я топлю прям с удовольствием. Поэтому пользуйтесь моментом, когда они это делают бесплатно. Так вообще это самые крутые, наверное, наши фитнес-тренеры вообще в России. Это сеть клубов, которых у нас, кстати, в Волгограде нету. Они прям реально мочат и жгут. Поэтому прям сами. Ну, я жду ссылку от себя. Да, я с удовольствием скину. Вот прям они в Инстаграме, прямой эфир. У них афиша, все красиво, напоминалки, там вообще все круто. И все эти прямые эфиры сохраняются. Они кидают в IGTV это все. То есть там такой прям пласт у них знаний. Поэтому рекомендую. Но мы немножко уклонились, ее прорекламировали, и хватит. То есть можно, я добавлю от себя, можно вообще тренироваться дома. Это не проблема. У меня вообще к этому все условия. Значит, у меня, знаете, какой вопрос? А ты актриса профессиональная? Да. Я закончила. Да? Нет, это да. Профессия. Я почему профессионально имею в виду, допустим, что такое профессиональный фотограф? Фотограф, который получает деньги. Что такое профессиональный спортсмен? Это тот, который не просто занимается для удовольствия, получает деньги. Любитель от профессионала отличается только этим. Любитель может даже пахать иногда больше, чем
профессионал, но вот ему деньги не платят, и он вот любитель. То есть ты Да. профессионально, ты, это твоя Да, я профессия. зарплату я получаю в театре, вот. Остальные деньги я зарабатываю вне театра, скажем так. Я профессиональная актриса, я училась у мастер-курс «Ковальчик» Михаил Станиславович, это наш Волгоградский институт, но мастера у меня были из Беларуси, они временно здесь работали по договору с музыкальным театром, потом с Царицынской оперой, и мастера хорошие, потому что они были ученики Веры Павловны Рерих, а она, в свою очередь, прямая ученица Станиславского. Так что я горжусь своими мастерами и своей... Мне удалось в три рукопожатия дотянуться до Станиславского. Правильно? Да, да, потому что только так через рукопожатие передается мастерство актера, я так считаю. Ну и потом мне повезло с режиссерами. Вообще, в театр я когда попала, я попала в молодежный сразу театр, мне было там 18-19 лет, когда он еще не был официальным, открытие его еще не было официальное. Вот. И такой вот меня взял Алексей Эдуардович Серов, основатель молодежного Волгоградского театра, и, собственно, очень многому научилась я уже у него на сцене Волгоградского молодежного театра, потому что он талантливый, интересный человек, он... Мы работали не только на маленькой сценической площадке, мы работали в ЦКЗ, на сцене мускомедии, то есть площадки, залы, количество людей были всегда разные, от 80 человек до тысячного зала. И как тоже учил меня мой преподаватель, Наташа, ты должна сыграть на площадке метр на метр и на площадке на стадионе и взять зал, чтобы на тебя смотрели, чтобы тебя... Слушай. Да, спасибо, что ты так развернуто ответила, но это был не вопрос. Я спросил не случайно. Меня очень давно интересует вот что. Значит, немножко издалека зайду, почему вообще меня это интересует. В свое время я фотографировал казачий театр много. Когда я с ними не был знаком, мне приходилось отмечать в моих публикациях актеров, мне приходилось их искать на просторах. У меня это профессионально получается. Большой опыт поиска совершенно незнакомых людей вообще просто с мероприятий. Вот просто народ обычно удивляется, но ничего сложного там нет. А и точно такой же опыт был с Тамбовским молодежным театром, потом и с другими театрами, где я фотографировал. И вообще не только с театром. Но вот что я заметил в театрах, что актеры в своих социальных сетях не любят писать, что они актеры. Причем это вообще присуще региональным театрам. То есть я беру федеральный масштаб, и там они вот прямо с помпой, вот это вот прямо актриса и бла-бла-бла. И мы берем вот, собственно, наш региональный уровень, и тут днем с огнем. То есть некоторые пишут, на самом деле, актер, даже не пишут, какого театра, просто актер, но в большинстве своем есть вот то, что есть. Как будто прячутся. Вот скажи мне, пожалуйста, почему это происходит? Я спрашивал у людей, но мне никто не ответил, и поэтому я сейчас, вот так сказать, это очная ставка, надеюсь, что ты сможешь, да, объяснить. Артисты, которые работают в театре, как правило, они заняты в театре, и они существуют в театре, не чувствуя конкуренцию между театрами, потому что у нас нету телевидения, где, ну, вот раньше оно в Советском Союзе, говорят, было, но я уже не попала в то время, вот, не существует каких-то смежных проектов театральных, у нас это не развито в Волгограде, а так как Москва, столица, там и кино, там бешеная конкуренция, и каждый артист, он, да, заводит себе обязательно страничку в Инстаграм, он рекламирует себя, делает ролики, то есть любыми способами, чтобы его знали, узнавали, и, конечно, приглашали на передачи, на какие-то проекты, театральные проекты, телепроекты, интернет-проекты, вот все. А артисты в провинции, они более существуют в замкнутом пространстве, в пространстве своего театра. И вот они приходят... Давай разобьем эту тему, мне прямо интересно. То есть, получается, что региональный артист, у него нет потребности вот в этом, в какой-то огласке? Вот ты говоришь, Москва ищет, а почему регионалы не ищут? У нас тоже полно, в общем-то, каналов, газет, которые наверняка хотели бы что-то вот в этом плане
Или мне, или я просто сейчас фантазирую и не хотел. Как это Ты происходит? знаешь, у нас в Волгограде нет такого спроса, потому что спрос рождает предложение. Ну да, логично. Истина. Вот, в Москве, там, в Питере есть спрос и куча предложений. Ну, да, если спрашивают продюсеры, и сразу приходят тысячи артистов на кастинг. Вот. А Смотри, у нас блин, нет. я вам скажу, это я, наверное, буду перебивать тебе всю дорогу, просто мысль. А вот есть у нас тусовка. Ну, вот это вот, я не знаю, богема, вот такая вот артистическая, как мы видим по телевизору, ходит Лещенко, а потом за ним какой-нибудь там, не знаю, Безруков, и вот они все идут, идут. И мы не понимаем, что это за мероприятие, и где оно происходит. Мы понимаем, что это просто толпа артистов. А вот вы говорите. Сейчас, вот этот год, этот сезон, наверное, вся богема сидит по своим театрам, потому что мы встречаемся на Дне театра 27 марта. В принципе, там и происходит наша встреча между театрами. Мы разговариваем, беседуем, как-то друг с другом контактируем, рассказываем, делимся, показываем себя, делаем капустник. А сейчас вот этот сезон, он, к сожалению, вот выдался таким, что нас постиг коронавирус. И все сидят по домам. Сначала все сидели по своим театрам, потом все сели по своим домам. Собственно, наверное, поэтому. Ну, нет, я, знаешь, я работаю 15 лет в этой системе театральной. Я никогда этого не чувствовала. Говорят, что есть какая-то богема. Но что богема? Богема — это, ты имеешь в виду конкретный театр, и в этом театре какая-то прослойка тусовщиков. Или ты имеешь в виду Ну, все театры вместе? даже немножко не так, наверное. А это какие-то мероприятия конкретно для театра, ну, для работников театра. То есть нету такого, да? У Интересно, нас нет конечно. такого, Ладно, это для... я злоупотребляю своим правом вопросов. Твоя очередь, слушаю внимательно. Да, сейчас я тебе объясню. Есть такое СТД, Союз театральных деятелей России. И, в принципе, раньше устраивалось этим Союзом театральных деятелей России, оно в каждом городе есть, эти богемные тусовки. Я так думаю, выезжают на турбазы, я слышала про это, что такое раньше было. Сейчас, к сожалению, вот, как-то это все куда-то ушло. Наверное, за ненадобностью. То есть нету никаких... Я помню, были конкурсы. Вот был Атарыванджи Джангишарашвили. Он как-то устраивал какие-то конкурсы чтецов. Что-то вот такое было. Но уже 2 года нету. И что-то там... Я не вхожу в Союз театральных деятелей. И вот за эти 2 года как-то все это позатихло, поутихло. Ну, то есть был какой-то руководитель, наверное, сильный, кто-то делал. А сейчас как-то это все, может, проходит как-то незаметно для нас, для актеров, но тогда для кого, если не для нас? Как-то сейчас все поодиночке, скорее всего. Если вот я с тобой вышла в прямой эфир, или, надеюсь, это будет не последний наш проект, мы можем что-то с тобой опять сделать, вместе, там, какую-нибудь читку или что-то там наподобие придумать, да? Вот, то есть сейчас, да, все выходит на другие пространства, на пространство интернета. Я, понимаешь, уже чувствую, что надо будет повторить, потому что у меня вопрос рождается просто по ходу. Просто я задаю тебе вопрос, ты начинаешь Может. только открывать рот, там 5 секунд у меня так, раз, 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 это вопросы, они просто не раскрыты. Давай, все, готов, вопрос слушай, потому что здесь все подумают, что вот Веснина опять тянет. Да. Я, Слушаю. знаешь, тебе, я подготовилась. Кстати, вот. И я хочу, чтобы мы сыграли с тобой в небольшую игру, так скажем. То или это? Ты отвечаешь очень быстро, не задумывавшись Ну, надолго. давай, я попробую, не задумываюсь, Вот. да. Я должен, то, я что должен говорить, подожди, да, нет, это как ответ должен выглядеть, звучать. Ну, первый или второй? Или надо Я действительно, задумываюсь. чтобы развернуто. Не развернуто. Быстро то или это. То есть я говорю 2 слова, ты быстро выбираешь одно из них. Понял, что-то выбрать. Все, Да. понял. Собаки или кошки? Кошки. Ютуб или Инстаграм? YouTube. Реал или Барселона?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что перед тобой сидит сейчас мне Евгений Калинин, в очередной раз возненавидит. Человек, который играет в футбол на уровне просто безумного фаната. Ну, просто вот я могу играть в него каждый день по два раза в день, но при этом я не люблю смотреть футбол. Ага, брюнетки или блондинки тогда? Брюнетки. Шнур или Моцарт? Моцарт или Шнур? Я тут опять отвлекусь. Шнур – это признак дурного тона. Здесь у меня мнение, оно, в общем, без альтернатив. Театр или кино? Театр. Море или горы? Ой, какой сложный вопрос. Мне нравится Италия, где это соединяется. Так, театр ты выбрал. Тогда казачий или нет? Нет. Ага. Плохой. А, хотя, подожди. Виноват. Виноват. Здесь надо как бы разделять. Если это нет, вот, собственно, что современное, то казачий. Если мы говорим про какой-то... В общем, сложный вопрос. Это, кстати, вопрос будет к тебе, и ты мне ответишь, что нет или казачий, но не в этом виде. Поэтому, в общем, я оставлю ответ на потом. Так, плохой инет или реклама? А что такое плохой инет? Плохой инет – это когда не тянет, не как там гигабайты, мало их, и вот он, вот он закончится. Я думаю, что это настолько отвратительные вещи, которые ты меня сейчас заставил погрузиться, и что и другое, не знаю, что выбрать. Ну, наверное, реклама хуже. Реклама хуже. Ну, собственно, все. Нета и казачьего мне здесь нужно просто будет... Это вопрос вот просто на целое интервью. Потому что в казачьем театре я очень часто и почти все увидел, а в нете я очень редко и почти ничего не видел. Но я в то же время получаю обратную связь от других людей, которые не очень лестно отзываются о современном нете. В то же время я знаю, что туда пошел Бондаренко, и там, в общем, есть какой-то шанс. Поэтому так, вот... Да, я вижу, что нет и казачий способны вытянуть оба. Потому что у них, на мой взгляд, появился какой-то сейчас конкурентный процесс, и они начали правильное движение вверх. Оба театра делают правильные шаги. Я не знаю, кто из них делает шаги правильнее, у кого будет в итоге лучше, но в любом случае это хорошо для города. И здесь надо посмотреть, что получится, потому что вот я смотрю, какие изменения. Я просто хорошо знаю, что творится в казачьем, я не очень хорошо знаю, что творится в нете, но я примерно представляю, что там происходит. И мне кажется, что у обоих театров есть будущее, и мы скоро просто действительно будем вынуждены выбирать. Я очень надеюсь на это, что у тебя будет там такой вот выбор в пятницу вечер, в четверг вечер, и ты думаешь, что вот это, блин, действительно две крутых премьеры, и как разорваться умным или красивым. Поэтому я очень надеюсь, что так оно и будет. И, кстати, про театр, вот тебе второй вопрос. Я знаю, что есть такое понятие амплуа, но это все знают. Скажи мне, пожалуйста, кто его выбирает? Это первая часть вопроса. А второе, можно ли соскочить со своего амплуа? Насколько это вообще трудоемко? Было ли у тебя... Расскажи про свой опыт потом уже. Ага. Ну, вообще у меня. Давай начнем с этого. У меня амплуа? Да. У меня амплуа характерная героиня. Вот. То есть это не просто голубая героиня. Есть просто героиня. Характерная — это более такое обширное, я считаю, амплуа, потому что можно сыграть в какой-то классическом произведении героиню, а можно сыграть острохарактерную. То есть, ну вот, например... Так, похоже, сейчас буду сразу уточнять. Это вот привычка дурацкая из переговоров бизнеса. Характерная героиня может добавлять какую-то от себя тему? То есть этот характер, это изнутри, или из тебя это тянет режиссер по своему разумению? Опять же, мы берем классику. Вот классическое произведение, мы примерно представляем, как это все происходило, мы видели другие постановки, мы видели какие-то фильмы, читали книги. И тут бах, и характерная героиня в исполнении Натальи Колгановой. Вот что вот в итоге получается? Насколько далеко ты можешь дойти в этом характерном своем амплуа? Амплуа, он, конечно, выбирает режиссер.
как он видит актрису, как он ее чувствует, вот, насколько он любит актера, актриса, в смысле, не в прямом смысле любит, вот, а как актера, в смысле, как профессионального человека. В том амплуа, в принципе, ты и будешь существовать в театре. И очень важно прийти к своему режиссеру, когда все, ну, возникнет вот это вот, все точки соприкосновения, все сойдутся, две планеты. И когда, в принципе, ты работаешь своим режиссером, то даже из амплуа можно уйти. Он в какой-то момент тебя уже видит как-то по-другому, и все это расширяется. Ну, это вообще и происходит рост актера, происходит рост режиссера, но это такой идеальный, наверное. Кстати, опять отлично уточняю. Рост бывает экспоненциальный и, соответственно, господи, какой-то еще, не помню, его не уточняю. Это когда мы расширяем амплуа, то есть мы берем что-то новое, а вторая, в общем, разновидность роста, это когда мы углубляемся в свою амплуа. Вот, понимаешь? А вопрос в чем? Какой из них сложнее? Какой путь у тебя был? У меня путь, я пришла в театр, я играла характерных героинь, да, также, ну, например, характерный, вот я пришла в театр, я играла Снегурочку, ну, Снегурочка это как бы героиня, вот, и я играла там в другом спектакле, там, девочку-фанатку, которая по мусорным ящикам прячется, лишь бы увидеть своего идола, по которому она фанатеет. То есть это такая более характерная роль, да? Снегурочка, героиня, она не прячется по мусорным ящикам, например, вот. А вглубь или вширь? То есть я поняла, про что ты имеешь в виду. Вглубь, мне кажется, когда работаешь над ролью, и когда мудрый режиссер, опять-таки профессиональный режиссер, потому что сейчас много людей, сейчас, к сожалению, такая жизнь, когда актер занимается режиссурой. Мне пока что сложно, потому что я тянусь за режиссером. Я актриса, которая тянется за режиссером. То есть для меня режиссер это что-то мудрое, что-то, кто, это такая, ну, на сцене катарсис, это такая встреча с Богом. И когда ты вместе с ним идешь, с этим мудрецом, он тебя ведет правильной дорогой к этой встрече, к этому катарсису. Это да. Это ты просто, я вслепую могу идти за этим человеком, за этим режиссером, асальный, потому что ты не защищаешься, ты не закрываешься, ты принимаешь, ты делаешь, ты работаешь, ну, все случается, как бы случается роль, вот оно происходит, спектакль рождается. А когда ты работаешь сейчас, вот актеры, которые квалификацию какую-то делают, я не знаю, в режиссуру. Ну, начинают режиссировать, потому что актерского роста у них нет, и они идут в режиссуру. Частое явление, к сожалению. И, конечно, когда работаешь с актером, то ты понимаешь, что большего, чем ты знаешь, актер, он не может тебе сказать. Он не может взять тебя за руку и повести к тем вещам, о которых ты еще никогда не узнал. Ну, всегда любому человеку хочется роста. Мы всегда растем в карьере. Сначала мы одни, потом мы женимся, потом мы рожаем детей. То есть, да, а сейчас вот я для себя пока что долго не встречаю такого режиссера, за которым бы Режиссер я хотела. должен быть А? актером. Режиссер обязан быть актером. То есть он Я может считаю, обязан выйти и показать как. Или он просто должен уметь потребовать и открыть каким-то. Я не знаю, как это происходит. может и выйти показать как, но более ценный режиссер, когда не показывает как, а когда он чувствует материал, и он как скульптор лепит из тебя. Он тебя настолько направит, что он не будет прыгать сам по сцене, показывать. Есть некоторые тоже очень талантливые режиссеры, которые выходят и показывают. И потом актер делает. А, есть актеры, которые, понимаешь, работают через нутро, а есть там школа представления, когда он легче сделает, когда ему придут его и покажут. То есть он через нутро потом приходит к нутру, через душу вот эта работа. Это говорит, это, ну, разные школы актерские просто. И кому-то легче так, кому-то легче так. Но для меня, ну да, режиссер он должен все, но он не обязан быть актером. Потому что есть талантливые, гениальные режиссеры, но когда они выходят на сцену,
И зритель смотрит и говорит: зачем ты вышел, подвинься, вообще занял сцену, и вот стоишь здесь камнем, и вообще ты неинтересный. Но он гениальный режиссер. Вот, например, Бутусов, он же не актер, он только режиссер, он же не выходит на сцену. Но есть другой пример, Райкин, когда он же и режиссер, и актер, и тоже не менее гениальный. Ну да, То есть это согласен. палка. Очень тонкая линия. Есть такие, да, которые могут все. Но все-таки я считаю, как я, нельзя быть, как это, и чтец, и жнец, и на дуде и грец. Лучше я буду что-то делать одно, но хорошо. Есть люди, но это другой талант, это другой масштаб человека, и, наверное, какая-то такая вот гениальность. Это как Высоцкий, да? Это же гениальный человек, и равняться нужно идти и стремиться, но каждому дано, наверное, по-своему. Кому-то так, кому-то вот так. Согласен, согласен. Исчерпывающе. Вот. Скажем так, режиссер – это тоже амплуа. Ну. Так, ну ладно, твоя очередь. А я тебе задам вопрос про футбол. Самый запоминающийся матч, который видел ты, смотрел, и в котором ты непосредственно был игроком. Видел. Да. Какой сложный вопрос. К своему нигилизму по отношению к футболу, к мировому вообще, к региональному в частности, к любительскому тем более, я добавлю еще одну нехорошую черту. У меня отвратительная память на матч. Я знаю прекрасно, что есть люди, которые там Аргентина, Ямайка 5-0, они готовы пересказывать, как кто забивал этих звезд и вообще на какой минуте. У меня на этот счет вот просто какая-то каша в голове. То есть я иногда даже не помню цвет и кто и когда это происходило. Сложный вопрос. Я вот даже навскидку сейчас не готов ответить. Это может как анекдот к месту вспоминается. Я вот и про анекдоты тоже очень часто. Надо что-то рассказать. Сидишь, блин, вот так вот, а не можешь. А потом раз, у тебя это просто в компании, когда это в контексте легко и непринужденно происходит. Не помню, какой из матчей. Наверное, ни один из матчей мне так не запомнился. Вот свои, да, были такие матчи. Я, наверное, должен немножко здесь пояснить вообще, что такое футбол для меня. Где-то, наверное, года с 14-го, 13-14 год мы начали развивать свое детище в Волгограде. Это любительский клуб «Медиа Юнайтед», который вырос из сборной журналистов. Это были сначала просто единомышленники, разные газетчики. В частности, там рулил, так сказать, заводил вообще компанию всю. Главред московского комсомольца в Волгограде Евгений Калинин. Его как бы знают тут полгорода. Кто не знает, тот узнает. И вот вместе с ним мы это дело развивали. В какой-то момент пришли к тому, что у нас уже 3000 участников. В общем, это огромное любительское движение, которое уже клубом назвать-то язык не поворачивается. Там уже есть и все, и внутренние турниры, и регулярные тренировки. И апогеем был прошлый год, когда мы провели серию турниров по всей области, где каждый из матчей носил имя какой-то волгоградской легенды. Он так и назывался. Значит, Кубок Легенд. Под каждый матч проводилась массированная рекламная кампания и на телевидении, и на радио, в газетах, разумеется. И мы это проводили все в местах былой славы. То есть в Волгограде был у нас там Никитин, кто сейчас болеет за Ротор, они прям, у них что-то в сердце сейчас, там, Никитин. Вот. И же с ним было еще, и еще. И, собственно, вот на этой ноте, мы на этой высокой ноте мы закончили опять коронавирус. Так вот, в этой эпопее я как-то считал, мы провели примерно 1500 матчей. Ну просто вот с 2014 года я сыграл лично где-то примерно 1500 матчей, потому что ну, я вообще ничего не пропускал. Там, может быть, 2-3, где я был оператором или был какой-то травмированный, и просто приезжал как организатор, но не зашел на бой. И, собственно, были такие матчи знаковые, которые я помню до сих пор. Мы одно время вызывали на бой самые сильные команды, опять же, самые сильные полупрофессиональные, любительские команды Волгограда, которые участвуют в каких-то здесь регулярных первенствах, которые на области играют. И нам порой удавалось невозможно. Вот составом, который
состоял просто из мальчишек, у которых там иногда просто формы даже нет. Мы умудрялись собраться и на волевых. Это даже не на вот какой-то технике, просто вот перебегать каких-то монстров. Вот некоторые матчи мне запомнились на всю жизнь, когда мы проигрывали, когда мы просто уже руки опустили, и в какой-то момент происходит какая-то магия. То есть вдруг все заводятся одновременно, все 8 человек мы играли там 8 на 8, 9 на 9, и вдруг начинают под конец просто совершать чудеса. А противник не понимает, что происходит. Он уже победил. Господи, мне тут звонят. Звоню. Поставить надо было в авиарежим телефон. И вот эти матчи. Наталья, ты меня слышишь? Так, кто меня слышит? Дайте мне знать. Ой, а я тебя что-то не слышу. Так, звук запаздывает. Я тебя слышу. Слышно? Ага. Да, я Черт, тебя как слышу. интересно. Вот мне позвонили, тут и началось. Дребеди. А, давай я тебе сейчас снова приглашу, чтобы мы продолжили эфир нормально здесь. Пока мы ждем Наталью, я буду развлекать вас. Гитару не взял, не знаю. Частушками. Вот Наталья. Да, 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 да. Сейчас слышно, да? Слышно меня? Отлично, да. Ваня, спасибо большое за проверку связи. Ты вот самый преданный мой поклонник. Меня слышно, Наталья? Ты можешь махнуть, кивнуть? Я тебя почему-то не слышу. Да. Что-то Не прорвалось сюда, слышишь вот, но не сейчас? очень. Ладно, и вот, в общем, Так, я слышно? доведу мысль до конца. Вот эти матчи, их тоже, кстати, к сожалению, было не очень много, хотя тут меня может подводить пальцы. Эти матчи запомнились на всю жизнь. И опять же, я не буду сейчас приводить примеры, потому что могут услышать люди, и стоит там, не знаю, видно, что мы выиграли, а на самом деле не должны были выигрывать, потому что есть какая-то, грубо говоря, иерархия. Ну, в спорте есть спорт, как иногда и Барселона кому-то проиграет. И, в общем, об этом говорят открыто. Ну, я, в общем, сохраню интригу. Вот эти матчи для меня самые вот запоминающиеся, те, которые действительно отложились. И мы всегда можем в определенный момент, когда мы проиграем, собраться в кружочек и вспомнить что-нибудь типа там, а вот помните, а вот давайте вот снова. И вот это как-то помогает. Уже часть истории. Медиа Юнайтед. Вот такие пироги. Ответил я на твой вопрос? Да. Мне еще понравилось слово магия. Вот магия тоже есть в театре, когда вот этот коллектив собирается. В футболе есть в Ну, это на самом театре, деле магия, потому в что это другом все никак не дело объяснить, потому что коллективное. ничего не Да, предвещало. да, да. Ничего не предвещало, и тут бац, и все поехало. Причем надо понимать, что это действительно какое-то волшебство. То есть ты начинаешь ощущать совершенно игру совершенно иначе. Вдруг вокруг тебя люди, которые только что ходили вот так по моему голову, вдруг куда-то бегут, все делают, ты тоже бежишь, и все получается, тут все молниеносно, все меняется с ног на голову. И тут противник, которого ты боялся еще 5 минут назад, просто играет роль статистов на поле, вокруг которых происходит эта магия. Да. И они тоже ничего не понимают. То есть они тоже потом приходят после игры, что это было. То есть вот так, и никто не может объяснить. Это и в большом футболе тоже происходит. То есть мы эти камбэки видим постоянно, когда там и команда проигрывает, летит там 3-0, вдруг выигрывает 4-3 за последние 5 минут. Это и есть чудеса. Я думаю, что поклонники мне сейчас вот могут Но так. написать. Елки-палки, Наталья, я тебя практически не слышу. Ну что ж такое? Какая беда.
Я боюсь, что, знаешь, вот этот выбор плохой интернет или реклама сыграла пользу, да, плохого интернета. Рекламируем, мы еще рекламируем, но интернет у нас плоховатенький. Был у меня еще один вопрос, и даже не один, но тут, видишь, у нас такая связь, что я боюсь, мы только мучаем наших собеседников. Я дело в том, что я не смогу с тобой беседовать на таком уровне, потому что я не слышу, что ты мне говоришь, а из меня тогда собеседник стены получится. Я предлагаю закончить на этом. Первый блин у нас получился. Ай, не кумом, мне прямо понравилось. А как-то мне нравится. Это значит, задача выполнена. Надеюсь, что я придумал такую штуку, которая не понравилась тебе. А вот что думают наши... Спасибо, Вань. Да, наши слушатели, они, в общем, нам напишут. Я заберу обратную связь. Будет очень приятно, если мне те, кто нас видел, все-таки как-то отреагируют в личке или как-нибудь напишут, вот, что они думают об этом. А вот традиция такая, нет, то есть можно продолжать. Ну, Вань, ну я не могу этот вот... Смысл не в том, чтобы я болтал, это я вот Ваня Цопе объясняю. Не в том смысле, чтобы я тут сидел и как развлекался. Остался. Конечно, смысл в том, чтобы Наталья со мной беседовала. Вот я не слышу. Поэтому извините за наши технические неполадки. Спишем это все на коронавирус, на то, что сейчас час пик, и все смотрят киношки, сидят в карантине. Спасибо всем, кто нас смотрел. Наташа, спасибо тебе отдельное, потому что ты первопроходец. Не будет преувеличением сказать, что я предлагал это многим. И смелых людей не так уж, чтобы прямо вот. Вот. Поэтому, Вань, я вижу, что ты борешься за нас и за наш прямой эфир. Спасибо тебе большое, спасибо всем, кто нас смотрел. Давайте прощаться. Будем продолжать. В общем, Наташа, тоже спасибо. Я на связи. Пока-пока. Ну, надеюсь, что все услышали. Я-то не услышал.